Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый эпизод Dead Fight 3. И сегодня мы продолжаем наши морские приключения с Кривомордом. Да, опять мы будем начищать ему покрепче рожу, и опять лечить его уже башку. Здравствуйте, в престижке, и с душой. Все же я решил не гнать у нас этот ивент, решил просто взять и купить билет. Ну, в памяти что-то уж слишком уж было для меня неинтересно как-то немножечко задросить. Ну, решил, так сказать, по-быстрому, да и по хардкорчику, и все сделать по фэншу, чтобы потом лишнее время опять же не тратить. Ну, вот так вот пришлось заплатить все же Рубинский за то, чтобы я вошел на борт и опять справиться против наших любителей. Ну ладно, давайте все же, я думаю, начнем. Конечно, ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Ну и погнали. Ну что, погнали. Теперь мы снова будем отправлять их и увольнять на берег. Уже в престижке, да. К сожалению, придется ее погонять. Я сначала не хотел этого делать, но все же, пока было время, я решил сделать все же это вот тут делишко на море. Опять всех согнать куда подальше, опять управлять кораблем и опять стать капитаном. Ладно, ладно, что, пойдем опять разбираться. Ну, я тут как бы здесь бороться особо и не буду. Не буду как-то здесь фигней страдать. Нет, по-быстренько пройдем, и все будет у нас окей. Накину, что есть, то есть. Давай, погнали. Да. Ну, начнем, пожалуй, так, да. Конечно, меня сейчас, надеюсь, Пейси не убьет. Я на это надеюсь на лучшее. Ага, она тупо стоит, и в итоге я уже делаю так. Ладно, придется. Хорош. А. Ну да. Хорош, хочешь, говоря. Просто взяли, мне шок раздали. Ну, значит, ну-ка, может, давай. Краски побьем покрепче. Я надеюсь, что я пройду бейсию с первого раза. Уж не хотелось бы, опять же, сливаться в начале. Все, хорошо, я сбрею раунд. Пока что держим оборону. Держим наше судно на плаву. И плаваем вместе на небывалые объятия и в неизведанные места. Да. Карибские моря, как говорится. Ну, отсылочку вы уже поняли. Так что давай. Пошли. Все, я раздал. Да-да-да-да-да, будет сейчас мне тупо не кисло. Придется делать опять всякую дичь снова. Зато глушение очень часто даю, как видите, это нормально. Нет, все. Я запрещаю вам, отдохните, пожалуйста. Вот и правильно, мне тут ваши проблемы не нужны. И я пойду дальше. Да. Опять вашу кривомордову рожу очищать. Да, и побриться бы ему, конечно, не помешало. Вот, ну, так, по красоте жанра, и поправить ему личик бы тоже. Ну ладно, давай пошли дальше, плохая координация у нас. Что? У нас тут все по классике, так что неудивительно, ни к чему, ни к тому, и все. Да. Только смотреть, да, и комментировать, и смотреть на бесценные моря и океаны, и думаешь только о морской болезни. Да? Ну давай, Таш, пошли, тогда разберемся. Не убьет? Да нет, вроде как сейчас не убьет. И вроде как я буду жить. О, хорошо, даже так дал. Все, полетели. Нет, 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 нет. Я запрещаю. А, обошел меня, конечно, ладно. Сейчас меня будет тупо зажимать. Зажимать, всю свою компанию делать. Давай, все, забираю я первый раунд. Пожалуй, куда подальше. От тебя щеп. Щепку я сейчас. Щепочку я насыплю я тебе. Вот, прям пороховую бочку. Просто возьму и выкурю. И подорву. Пожалуйста, опять же. Минус борт. Минус корабль. Но выкуривать я точно не сделаю, народ. Говорится, я зожник. Вот. На морях спокойно плаваем и спокойно тут всех уничтожаем. Все, давай. Нормально, дамажил? Добью? Да, я добиваю. Вот так-то будет получше. Ну, конечно, с мечом вампира это всегда на ура заходит, но возьмешь что-нибудь другое, все, так полетели, давай сразу куда подальше. Так, у нас сейчас жетоны, давай сейчас мы их заберем. Да? Ну да. Забираем их. И там. Ничего. Просто ничего. Даже комментировать не хочется, раз, поймите. Так, дальше у нас источник жизни, ну пошли. Получаем, скорее всего, дальше у нас, да, идет карточка, значит будет у нас перк. Потому что опять же, на легендарный двуручный молот.
Нету какого-то легендарного спецприема. Даже не рассчитывайте. Эх, ну почему же, ну почему? Нет бы эпик ввести сюда, было бы вообще все идеально. Ну ладно, давай наш острый стю. А, спасибо, сразу спинка начинаем покрепче. Ну ладно, 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 еще и с критом в придачу. Первый удар уже сразу крит, вообще просто гениальный некуда. В варенье у меня было то же самое, а че попался, то делал каждый удар крит. Вообще невозможно было отыграть. Слава богу, отыгрался, его выиграл и уничтожил. Так. Давайте. А, постоит, да? А, постояли, да? Вот так вот. Саламчик вам устраиваем. Нет? Нет, запрещаю вам. Вот так вот. Да, может, не надо меня... А-а-а, я прыгнул, я прыгнул. Ну, конечно, конечно, конечно. Я прыгнул, а все равно. Ладно. Сейчас добивать. Все, добиваю, хорошо. Проблемы мне тут ваши, к сожалению, не нужны. С моим шлемом и с броней. Броней это точно. Извините. Поэтому... Будьте осторожнее со мной и почестнее. Ну ладно, ладно, опять смотрим и удивляемся. Постояли, да посмотрим. Опять даю удушение. Ну да, ну да. Ну держи тогда. Мою теневучку не хочешь? Ой, получи по-хорошечному. Все, я сейчас еще подлечу покрепче. Все. Даже ничего не стал делать. Ладно. Давай, прям сразу вот так вот, прям маслины ловят на каждом шагу. Все, давай. Хорошо, я добиваю, да? Да? Да, добиваю. Давай, пожалуйста, остренький мой, уходи на берег, куда подальше. Ну, а я буду здесь опять делать свое дело. И все. И идем дальше у нас кривомордный, который, видимо, сейчас нас так чисто уберет. Но, ладно. Будем надеяться на лучшее, опять же, всегда так будем говорить, потому что если что-то слишком опасно идет, то да, молись именно на это. Если не помолишься, то ты слит автоматом, да. Ну, там кто-то, может быть, и проходит, но какой ценой? Цена того, что тебе придется жертвовать раундами. К сожалению. Ладно, давай. Я тебя заберу, да? Ну, скорее всего, да. А, конечно, конечно, и мой крит начался. Полетели, поработаем сейчас. Так. Я как Хель говорит, я сейчас буду отыгрывать. А, нет, без зажима. Я запрещаю вам меня зажимать. Так. Так, нормально. Все. Полетели. Нет. Все. Ушей дал. Нет, 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 нет. Я буду первее, кривоморды. Кривую рожу тебе просто поправлять. Не надо. Все. Ай, куда? Все, нет. Я опять же был первее. И я опять тебя сейчас заберу. Ну и хорошо, первый раунд я забираю, так что это мне будет на совести вкус. Ну да, конечно, на борту должно быть всегда вкусное, поэтому я делаю это именно на кривомордном. Ладно, потому что он кривой. Можно если что, какую-нибудь кривую посуду поставить на него. И вот, пожалуйста, кривые вещи будут, господа, кривые. Ну ладно, давай, тогда пошли побросаемся. Пофигачимся ногами. Как тебе будет такое приятненько, да? Ну, сразу опять криты полетели, да? Ну, это легион, господа, неудивительно, почему. У нас тут мимология на каждом шагу именно от них. Вот, так что ладно. Давай, сейчас вот так вот сделаем. Ай, спасибо, мне ответочку прислали, за что? Ну, я успею, да, я успею. Иди сюда. Ну да, ответчиков тебе придется точно ловить, маслин. Так, ай, тихо. Ай, не пинаться. Не пинаться, нет. Ай, тихо, 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 тихо. Ай, без зажима. Я запрещаю вам меня зажимать. И так нечестно сейчас происходит у нас ситуация. У меня еще теневуха еще будет полная. Да, давай, до связи. Я забираю второй раунд. Вот будет по-честному у нас все, по чесноку, а не с солью и хреном. Да? Вот так вот. Вот, прям сало еще подкатывай на борт. И вообще у вас будет как надо. Ну ладно. Да, у нас еще остался последний раунд. А, опять тебя полный теневуха. Ну да, ну да, я жду сейчас, ты меня сейчас заберешь один раунд, и всем не будет до связи. Нет, не надо. Ай. Да еще даже стать не даст. А, не отдал все, к сожалению. Кивош нему. Вот так вот, давай. Покрепче, нет. Ладно, похуй по теневухе. Ну, держи тогда. Покидаемся. Поблочили, постояли. И чё? И чё? Да, я постою. Спасибо, постояли снова. Так. Ну да-да, давай, вот так вот. И все.
Я забираю. Отличненько. Я опять забираю какой-то дурацкий ненужный мне перк, да, легендарный. Ну, если вы быть, конечно, нормальный. Ну, а так, ничего нового. По сути, все, я опять ничего не получил, и я вынужден опять всякой фигнёй маяться. Ладно, ну что я получаю здесь? Ну, нормальная тема. Окей, соглашусь, спорить тут уже не буду. Ну, правда, все же это чертово оглушение не сразу работает на всех, так что это учитывайте. Ну, окей, пошли меняться. Что ж, придется действовать вот такими вот методами. Я приоделся и пошли дальше. Ну да, заклинатель змей. Дальше у нас, я знаю, будет рукопашка и хаммерхи, да. Который меня будет просто выносить синевухи и мне посылать попыточки куда подальше. Да. Борт бортом, но это и есть борт. Так вот. С этим не поделаешь, так что придется терпеть и страдать. Прям больная затея у нас в итоге. Да опять у нас дайбейсты я здесь. Пошли сюда ко мне, поближе. Не, заблочили, ладно. Можно сделаю я вот так. О, хорошо. Покрепче, как говорится, раздал. Так, нет, ладно. А, может мне разрешить, а? Ой, хорошо, спасибо. Вот, ну я не Миднайт, поэтому я не могу исчезать. Но при этом меня дамажат вообще, во все через стороны. Так что давай, иди сюда. Баба. И прям покрепче. Посылаем куда подальше. Я избираю первый раунд. Ну да. Бортовая работа. Матросы здесь у нас тут делают свои чудеса. Вот. На абордаж нам тут делают тоже. В общем, да возможно, все делается как надо. С такими вот золотыми вот вещами. А, хорошо. Постоим, сразу давайте не вупы. Ой, павыбах, покрепче. Иди сюда прям сразу. Ой, хорошо. А, нет. Все, нет. А, нет, не повезло, не повезло. Я попался в итоге под это. Все же меня пытались тут казнить. Нет, я запрещаю. Не надо. Ну, конечно, конечно. И меня теперь в итоге все быстрее слишком уходит. Не надо. Опять меня зажимают. Ладно, хотя бы крик меня спас. Ну. А ну иди сюда. Давай. Открывайся. Ах, не открылся. Придется так убить. Ладно. Чуть не грохнули. Слава богу. Ну да. И пошли в рукопашку. Сейчас будем наносить, как говорится, махинационные удары, да, махаться, прям пинаться, что угодно делать, мы же вестники, да, ну, кому против легиона идти, тупо запинать их, и вот, пожалуйста, в рукопашку пошли, соточку получаем, а потом мы получаем лещей от Хаммерхеда, при помощи синевухи. Ну да, применяйте не фокусы, да, замечательно, просто вообще некуда, ну окей, ладно, давай, ну как тебе, рукопашечка, щепочка. О, а погнали, оба она прям погребче. Ай, куда? Тихо. Все. Нет. Ай, куда, куда, куда? Нет, конечно, спасибо, но я запрещаю. Так. Не открываемся? Ну ладно, я ж тоже не открываюсь. Все. Ай, ладно, по голове дали что-то покрепче, нет, слишком. Ну да, сейчас это я так чувствую очень долго. Ну да, о, попрыгаем сейчас. Нет. Махаемся. Вот так вот бьем. Отлично. Ну, творим пока чудеса. А, нет. Тихо, тихо, тихо. Нет. Эй. Слушай, слушай, это щепка. Ну-ка, давай-ка покрепче будь. Полегче. Ты блочишь меня. Это нечестно. Ну, ладно. Я постою тоже. Хорошо, дал себе. Побросаемся сейчас чуть-чуть. И сразу крит нанес. Ну, небольшой при этом. Нет. Да дай, слушай, помахаюсь-то я ногами-то, ё-моё, хватит мне опять тараном идти. Нет. Все, давай назад. Хорошо. Сейчас меня на тараном пойдет. Нет. А, нет, конечно, да. Тупо взял меня, решил постоять, еще и критами в голову раздал. Ладно. Это рукопашка, господа, это рукопашка. Придется выживать пестиками. Конечно, была бы династия, я бы просто бы закомбил бы здесь, и все. Но комбо не будет. Будем работать как песенки. Ладно. Так что вот так. Ну, хотя бы действуем вот так. Не, спасибо, задним ударом меня пинать. Еще и, блин, старан опять иди. Да, хватит. Ой, блин, ну опять криты наносит, а? Нет. Давай. Ну, будь почестнее чуть-чуть, а? Так.
А может это? А может не надо? Я постою опять? Все. Нет. Ё-моё. Можно сделать так, но нет, конечно, спасибо, я этого не, зажима не будет. Я что-то мало наношу, он меня тут еще зажимает в этом. О, хорошо, да, он укрит. Так. Можно так? О! Нет. Ногами хотя бы. Ну, ноги-то делают свою работу, понимаю. Руки что-то не очень здесь. Ай, тихо. Ай, да, блин, ну... Ну, крит каждый удар у него. У меня тем временем никакого крита. Никакого самолюбия. Все. Ой, блин, даже ногой так не дал. Ладно. О, наконец-то все, сравняли счет. Вот теперь будет все у нас. Опять же, ну вы поняли. Хотя, логичнее говорить, тут вообще по-пиратски. Но, зная то, что многие из вас это любят, то ладно, не буду. Окей, давай у нас финалочка. Решающий, кто там нас там затащерит. Запинают друг друга. Покрепче, полегче. Легионер или вестник? Ай, да хватит меня крытом бить, ну ты заколебал, а? Ну ты заколебал, ну ты реально, ну что за дичь? Я ношу ничего, критов нету, этого нету. Ногами только работаю. А он стоит меня просто критами, пинает и все, пожалуйста. Нет. Тихо. О, хорошо, вот сейчас ему нормально дал. Прям вообще четко. Ай, ну конечно, не пнешь, не убьешь. Ай. О, хорошо, давай. Да ё-моё. А ты заколебал, а? А ты заколебал со своим тараном, а? Да дай ударить! Не дает! Тупо прерывает. Ну, опять крит ему дал. Все, отдыхай давай. Не надо. Не мучай, пожалуйста, это мою броню. Ладно. Вот правильно. Мне тут уж совсем от этого чуть плохо не становится. Поймите ли. Все, соточку я забираю, да, компенсирую все потери. Да. Соглашусь. Хотя, в принципе, я и так все это компенсировал, ведь потому что у нас был спринт, и я там, получается, забрал все рубины. Ну, плюс еще у нас дуэль, и все. Окей. Пошли. Еще двое осталось, да? Ой-ой-ой, сейчас мне будет очень без тебя плохо, теневушечка. Да, прям будет очень плохо. Настолько плохо, что даже убьют, не оглядываясь. Ну, наверное, есть, конечно, лучше. Давай тогда, погнали. Камертец, камертец, камертедыч. Давай. Постоим. О, нет. Ладно, не будем стоять. Опять. Ну ты, да ты заколебал ты меня со своим тараном. Ай. Больно. Слишком больно. Все хорошо. Да ну нет, нет. Не рискую. Ага, хорошо. Вот теперь дал ему покрепче. Нет, не перезаряжать. Запрещаю я. Я запрещаю вам. А, не надо. Ой, хорошо. Все. Нет. 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 Все хорошо. Пока везет. Отличненько. Забираю. Ясно. Я запрещаю вам езжать теневуху. Вы поняли, раз и не всегда? Это приговор судьи. Приговор стражи небытия. Понятно? А то заколебал. Серьезно. Перезаряжать ее почти, скажем, шагом. Ты уж условия позволяют им это сделать. Ну ладно. Давайте. Добивать вас покрепче. Тоже плечей опять все сделаем. Можно сделать так? Спасибо, не запрещайте. Ладно. Ну ладно, хотя бы на таран можно пойти, и потом вот так вот. Ай, нет, ну спасибо. Ай, ну ладно. Ай, все, хорошо. Отлично. Держи. Лук. От лука получил. Лещей. Зажимаем. Я запрещаю, запрещаю. Нет, не юзать. Не надо, не прыгать. Все, заблочил меня. Нет? Да ты! Ты смей. Хорошо. И до связи. Ой, правильно. Давай, отдыхай, Химерхед. А то ты мне тут не нужен. Вот даже молот твой у меня находится. Прекрасно. Хорошо. Финальные очевички у меня, в принципе, получены, да? Ну все. Осталось только он сам. И ждем прекрасного. Да? А прекрасное это минус раунды, минус я, минус хп, минус теневуха, минус вообще все. В общем, нам там будет сейчас все руинить. Так что на этом я, видимо, и буду рассчитывать, да? Ну ладно. Смотрим, видим. Просто эти моря. И самого Хенхеда. И так его можно тоже. Ну а погнали! Опять поработаем! А ты такая... А ты... Ой, ладно. Ну, что-нибудь хорошее хочешь сделать? Нет, не получается.
Сбиваю тебя. Ой, хорошо, дал тебя вот так вот. Не до конца даже сделал. Получи. Вот так вот. Ай, ладно, спасибо, чуть попу понесу. Ай, опять перезай. Нет, запрещаю. А, нет, не надо. Я увернусь? Спасибо. А, нет, от этого не увернулся. Все, хорошо, вот я забираю, пожалуйста, свой раунд. Не надо, не надо, не надо, кривоморный. Даже об этом не думай. Не думай. Моя теневуха переигрывает твою. Вот, 100 триллионов раз. Даже по всем морям это будет прям беднее, чем твоя. Ну, ладно, все, давай. Сейчас опять зарядимся покрепче. Кофейку? Вот. Капитан. О, ладно. А, нет, ну конечно. Нет, 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 нет. На тарана не будет сегодня. Не будет на тарана. Держи. Все, хорошо. Давай назад. Ухожу. Ухожу. Нет. И покрепче раздаю. И потом еще вот так вот лечу. Нет. Ну кто ты? Нет. Без зажима. Без зажима. Все. Да куда? Ай. Ну слишком больно. Не зажимай меня, пожалуйста. А. Ну ты если зажимать в углу, тебе ничего не дают сделать. На тебе, хорошо, получи. Так, нет. Запрещаю. Нет. Хорошо, сбиваю у тенюху и забираю я. Нет, давай лук так. Хорошо. Да, лук дотянулся. Слава богу. О, будь почаще, пожалуйста, кривоморды. Ну ты реально не так. Понимаешь? Ты ведешь себя как какой-то человек, который набухался теневухой. Реально. Бухает, бухает, бухает. И постоянно регает себе ее тысячи раз. И просто от этого не избавляется он. Не уж слишком, может, ненормально. Давай, постоим, да. Лежи. Нет, постояли. Вот так вот. А ты закалиман. Ну давай сейчас по ногам, давай. На, ладно. Ну держи. Опа, на, получи. Хорошо. Нет. Спасибо, мне раздали шок. Ну ладно, буду выживать. Вот, в рукопашечку. И еще при этом без силочки, без ничего. Нет. Нет, омега. Ай, ладно, 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 ладно. Все, хотя бы тебе так дал. Хорошо. Нет. Ну, ну будем так делать. Будем фигачить его каждый раз, пока не зарядимся. Заряженную теневуху себе не устроим. Вот. Прекрасная его затея. Выпить себе теневушечки на утро. Так. А, затянулся. Лук. Хорошо, лук сбивает. И до связи устраивает. Нет, до связи не будет. Живо, живо, не... живо, живо. Любой ценой, но живо. Все хорошо, я тебя спас. Отличненько. Ну вот, сейчас теневуха хорошо. Вот взбодрились мы ей. И теперь стало намного легче. Да? Ну да, соглашусь, в принципе. Давайте тогда сейчас я все это забираю. Я потом опять вынужден буду гнать престижку второй раз. Ну ладно, что ж поделать, придется. Зато накручу себе опять жетоны и получу снова просилочку. Ну да. Я получаю здесь ничего нового. Так что вот. Я абсолютно не удивляюсь этому. Да. Ну, видите, ничего нового не падает. Все, можно не смотреть. Так что забиваем. Забиваем на вот эту вот всю всякую дичь. Опять же. Ну, просто она фиговая, поймите ли. Мне это не нужно. И я забираю, давай, все наши награды, которые тут есть у нас. Забираем сначала, давай, апрельский марафон. Угу. Тут у нас только теневуха, как видите. Ну, я просто не гнал тут особенно все эти ивенты. Не накручивал еще тоже. Поэтому только так. И забираем, получается, тут нашу награду. Хотя, в принципе... А, нет, надо мне все же придется гнать. Придется. Эх-эх-эх-эх. Ну, окей. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с кривомордом. Ну, да, поплавали, поплавали. И вот, пожалуйста, опять мы выгнали всех за борт. Мы опять управляем кораблем и отправляемся в далекое путешествие. Ну, надеюсь, что мы там долго не застрянем и в скором времени... Вернемся обратно домой под конец этого ивента. Ну, я буду с вами прощаться. Всем удачи и всем пока. Конечно, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Ставим колокольчик, чтобы искать новые видосики. Ну и, конечно, всем удачи и всем пока.